В этот раз она решила поиграть в кёрлинг. Бывшая фигуристка, а ныне звезда российского шоу-бизнеса Анна Семенович снова вышла на лед. Однако в этот раз она решила не кататься на коньках, а заняться кёрлингом. На своей странице в Instagram телеведущая поделилась фотографией, где она позирует со спортивным инвентарем для этого вида спорта. В подписи к снимку Семенович пошутила, что она просто решила подмести лед. Лед подмела и поехала дальше. «Открыла для себя что-то новенькое, и это прекрасно», — подписала фотографию Анна. Поклонники оценили озорной настрой Семенович и отметили, что она прекрасно выглядит даже в форме для кёрлинга. «Такая симпатичная, красотка. Королева льда, красотка и точка мега позитивный человечек», — отметили подписчики в комментариях.